Доброе утро. Наша программа в эфире областного телевидения продолжается. Вот прям так надеялась я, что ты поздороваешься первым. А я просто уже засмотрелся на наших гостей. Их так много сейчас. Мы приветствуем в нашей студии актерское трио «Трое». Вчера они выступили в Доме актера с программой, которая называется «Ретро». Давайте знакомиться. Сегодня в нашей студии Юлия Гусева. Доброе утро. Доброе утро. Андрей Иодловский. И заслуженный артист России Владимир Азимов. Здравствуйте. Надо сказать, что к нам гости приехали из Озерска. Надо. Говорить. Говорю. Гости к нам приехали из Озерска. И знаем, что изначально вы хотели назвать ваш коллектив ГАИ по первым буквам фамилии. Что помешало? Почему не назвали? Да, ну, одна из причин, это уже не актуально. Сейчас же ГИБДД. То есть надо и так, и так можно. Да. Сейчас можно ГАИ. На самом деле трое все-таки нас обязывает быть втроем. Уже никакой четвертый или отсутствие одного из... Это уже не трио-трое. Поэтому, видимо, мы подписали таким образом контракт. Да, ну ГАИ мне тоже нравится. Хорошо, вот в Театре драмы и комедии в Озерске, я так понимаю, вы работаете, профессиональные артисты, играете всякие разные роли. А трио, я так понимаю, что это скорее формат капустника? Так? Или все-таки это... Не всегда. Не всегда. Да, не всегда. Мы серьезные песни. Ну, в любом случае, песня это отдушина. Отдушина в смысле от той актерской рутины, которая в театре? Нет, рутины никакой нет. Всегда творчество. Хочется пить просто. Просто возможность еще одной, что ли, вернее, еще одна возможность реализации. Потому что несколько артисты, другой спецификой. Артисты хотят быть востребованными во многих, что ли, смыслах, аспектах, и в песне, и в комедии, и в драме. Не дают петь в театре. Ну, не всегда это получается. Да. Песня просто это мини-спектакль. Актерская песня это мини-спектакль. В этом прелесть этого жанра. Но все же драма это все-таки жанр. Хоть и не разговорный, но уж точно не певческий. Ну, Александр, как актер, понимает вас, я думаю. Ну, а времени-то как на все хватает? Вот так. Времени как на все хватает? Секреты есть какие-то свои? Во времени не хватает. А кто сказал, что его хватает? Вот это честно. Нет, секрет один. Если хочешь, делай. Не откладывай. На завтра, послезавтра. Иначе ночные репетиции, да. После спектакля. Ну что ты спрашиваешь? Хорошо, ну а с домашними, близкими, едят, конечно. Терпят. Терпят, едят. Не всегда. Нет, конечно терпят, потому что они понимают, что нам этого не достает, и нам этого хочется. Ну а вообще у вас, насколько нам известно, это на троих 9 детей, или ошибаемся? Нет. Прям вот 9. Так может уж труппу целую организовать, трио, трое и компанию. Ну, это надо подумать. Да? После сегодняшнего эфира мы подумаем об этом серьезно. Вот подкинули идею. Подарили идею, да, вам. Компания. Но тогда трио уже не трое должно называться. Нет, почему? Трио, трое и компания. И компания, да. Маленькая такая компания, 9 человек. Или трио 33. Ну, тогда вам работать со временем. Придется работать. Знаем, что вот, Андрей, вы, например, можете играть носом. Как это? Вот у меня вчера возник вопрос. Носом. У меня возник вопрос, как это? И сказали, что вы покажете. Ага. Да, секрета нет. Я просто объясню ситуацию. Я когда был маленький, мне бабушка рассказывала, она, то есть до войны еще, они с девчонками, ребятами собирались, тогда и патефоны были не всегда. И они, дай бог, гитара нашла. Да, даже если не было, они начинали... тогда была модная гавайская гитара. Потом... Я так тоже в детстве Ну, прекрасно. Если что, то есть я присоединюсь. Давай. Вот уже потихоньку мы так подходим к самому основному. Для тех, кто из наших телезрителей не смог побывать вчера в Доме актера на вашем выступлении, может быть, сейчас так эксклюзивненько. Тем более и гитара. Совершенно случайно. Совершенно случайно. Не знаю почему. Ну, носом петь, правда, не будем. Да. Do-d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 o-
che bella cosa, una giornata e sole, Maria serena, dopo una tempesta, quell'aria fresca, pare già una festa, che bella cosa, una giornata e sole. Мы выйдем в поле с тобой вдвоем, и там на воле мы запоем. О поле русское поле, с тобой вдвоем мы запоем. Как ярко светит после бури солнце. Травка зеленее, как хорошо. И ветер веет, как хорошо. Счастье навевает, как хорошо. Так хорошо, что слов нам не хватает. Манату соле, пью белой ней. О, соле мио, стай в фронт я ты. О соле, о соле мио, стай фронтья те, стай фронтья те. Ду 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 пам 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 пам. Ду 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 ду. Ду Актеры Озерского театра драмы и комедии «Наш дом» в нашей студии «Утро ТВ» Юлия Гусева, Андрей Идловский и заслуженный артист России Владимир Азимов. Спасибо огромное вам за настроение. Соле мио буквально уже через час должно вот появиться, да, совсем да. Скоро. Наша программа продолжается, небольшой коммерческий перерыв, и дальше продолжаем.